Как всем известно, ГИМ занимается безопасностью людей на водных объектах. В данное время начинается интенсивное таяние льда. Течение на нашем водохранилище увеличилось, сброс идет интенсивный. Толщина льда где-то составляет 20-18 сантиметров, но с каждым днем он становится тоньше и тоньше, и становится он рыхлым. Это и опасность представляет для рыбаков. Хотелось бы предупредить, особенно вот кто ловит в районе Машковского залива, в районе Гресса, там лед, как правило, вообще очень тонкий, где-то сантиметров 5-6, и еще, как я говорил уже, он очень рыхлый. За эту зиму, ну это у нас в основном на Машковском заливе, вот, гибели не было, но проваливаться проваливались. Получалось так, что приходит человек ловить рыбу где-то к водоему, до чистой воды метров 300. Вот, утром просыпается, палатки ночевал, утром просыпается, вода рядом. Мы успевали, просто мы оказывались вовремя в нужный момент. Но когда-то может случиться так, что нас в этот момент и не будет. Есть люди, которые понимают, вот в данном случае вот мы разговаривали сейчас с товарищами, а есть те, кто не понимает вот этого. И, как правило, те люди, которые не понимают, те попадают в непростые ситуации. Мы предупреждаем, что в данных районах Машковского залива, водозабора, ловить рыбу мы не рекомендуем. И вообще, рыбакам желательно уже прекращать выходить на лед. Подождите немного, скоро все растает, можно будет ловить с берега сколько угодно. И будет безопасно для жизни людей.